Интегральный стереофонический усилитель начального уровня Denon PMA-520AE сравнительно недавно появился в каталоге фирмы, но уже успел стать весьма популярным у меломанов. Аппарат собран с использованием фирменной схемотехники двухтактного усиления со сниженными искажениями и обладает расширенным частотным и динамическим диапазонами, а также повышенным значением выходного тока. На передней панели Denon PMA-520AE расположены регуляторы громкости, тембра в области низких и высоких частот и стереобаланса, кнопки включения режимов тонокомпенсации и прямой подачи аудиосигнала. Имеется также селектор источников сигнала, причем для входов CD и фона коммутация сигналов происходит с помощью высококлассных реле. Предусмотрен выход на наушники. В блоке питания усилителя использованы фильтрующие конденсаторы повышенной мощности и самостоятельные источники для отдельных функциональных узлов аппарата, а в наиболее важных с точки зрения качества звука цепях установлены отборные комплектующие. Усилитель собран на антирезонансном шасси с фирменной конструкцией Direct Mechanical Ground. Усилитель оснащен 4 линейными входами, входом-выходом для подключения записывающего устройства. Имеется также вход для подключения проигрывателя виниловых дисков, наличие которого наверняка по достоинству оценят начинающие виниломаны. Для подключения акустических систем служат две пары качественных винтовых клемм. На задней панели усилителя имеется также одна коммутируемая электророзетка, к которой можно подключать какое-нибудь устройство, включающееся одновременно с PMA-520AE. Предусмотрены также вход и выход для внешней системы дистанционного управления. Усилитель комплектуется пультом дистанционного управления, с которого также есть доступ к основным функциям CD-плеера Denon DCD-520AE, образующим с данным аппаратом весьма удачный дуэт.